Вы на канале Саша Шоу, и сегодня у нас челлендж «Обычная еда против мармелада», вторая часть. И напомним, что первая часть у Наси на канале. Да. На канале My Little Nastya. В первой части все это, все эти продукты, все эти вкусняшки мы покупали, выполняя задания. Да. А сейчас во второй части будем эти все вкусняшки пробовать. Да. Дегустировать. Давайте напомним. Настя, да, уже начинает. Настя покупала мармеладную еду, а Саша обычную. Что у вас первое? Банан. Показывайте нам табличку. Есть. Вот. Настя мармеладный. Сколько штук надо было Насте купить, мы писали? Один бананчик. Вот у нас упаковочка. Здесь, конечно, микс фруктов. Но банан там есть. Банан есть. Мама, открывай. Саша, а сколько мы покупали бананов? 5 штук. Вот Сашин банан. Точно. Пожалуйста. 5 штук. Открываем. Кушай на здоровье. Что там, есть банан? Есть. Ого, сколько бананов. Я уже попробовала. Это челлендж. Здесь надо все пробовать. Все. Ну, банан как банан. Смотрите, сколько здесь этих мармеладов всяких. Смотрите, сколько вкусняк. Я два вкусила. Какой вкуснее? Вот это. Угу. Саша пробует мармелад. Настя пробует настоящий банан. Меняетесь? Да. Хорошо. Нам же надо определить, что же вкуснее, правда? Угу. Мармеладная еда или обычная? Что, Саша, ты уже можешь нам сказать? Твердое. Какой-то не очень вкусный. Обычный банан вкуснее будет? Нежелейная еда. Так, у нас дальше яичница. Да. Саша. Так. Настя. У Насти одна, у Саши. Саша, по-моему, пять мы покупали. Да. 5 бананов, 5 яиц. Угу. Мы покупали яйца. Я приготовила яичницу. Настя уже готовую купила. Да, у Насти вот такая. И здесь что-то еще написано. Что там написано? Настя, мы же покупали еще упаковки. Тоже нам яичница? Сначала мы нашли упаковочку, а потом купили. Отлично. Да, потому что по условиям челленджа надо было купить одну. Один яйцо. Ну и что? А мы два купили, да? Да. Саша пробует обычную яичницу. Здесь ну, тоже. Яичница как яичница. Ничего нового. Сердечко есть. Согласен. Я тоже попробую вот сердечко. Вот что нам нужно. Яичница маленькая и большая. Я знаю, что Настя скажет. Настя скажет, конечно, лайк. Я смотрю, Саше нравится обычная еда. Угу. Так, Настя, можно я попробую сладенького? Вкусно. Мне две понравились. Угу. А пять. Ого. Твердое такое. Да. Настенька, пробуй обычную. Хорошо. Это вилкой. Кольцо. Все походу успевает. Кольца мерить, яичницу кушать. Молодец. Красота. Мармеладные упаковки. Покажи нам ближе. Ну да, ладно. Давай пробуй еще. Пробуй. Так себе. Я голосую за обычную еду. Я за мармеладную. 2-2. Опять ничья. Да. Так. Следующая у нас пицца. Да, у меня две пиццы, а у Насти три. У Насти три. Так. Вот мы купили две пиццы. Саш, давай открывай хотя бы одну. А она какая она! Настя, смотри, какая вкусняшка у Саши. И три. Настя, что, тоже есть пицца у тебя? Да. Покажи Конечно. Нам. Мы же справились со своим заданием. Все почти одинаковые. Саша уже все кусается. Все почти одинаковые вот такие. Все. Ну пробуй, Настенька. Три кусочка пиццы. Это обалденная. Вкусная? Угу. Там и колбаски. Отведай настоящей пиццы. Можно рукой. Это же пицца, Настя. Она так, хочет с вилочкой. Я пробую желейную. Давай. Я уже догадываюсь, что в этом раунде победит. Ого! Саш, неужели она такая твердая? Угу. Вкусно. Что тебе вкуснее? Конечно же это. Настоящая пицца у нас победила. Саша, тебе тоже? Да.
И у нас дальше капкейки. Капкейки. Здесь циферка 4. У Насти 5. Пятерочка. 5. Так. Вот, ищем Настя наши мармеладные. Вот такие у нас новенькие. Давай посмотрим, Саша, какие Настя купила. Похожие на капкейки, капкейки, да? Капкейки, да. Засчитываете нам балл? Засчитываем. Смотрите, они немножко похожи на желе. По цвету, да, Анастасия? Да. Ну это же желе, мармелад. Ну да. Саш, так, доставай свои. И пятки. Бери с тарелкой, да, туда. Смотрите, на тарелку у нас ложи. Пять. Покажи нам, какие они классные. Как же они называются? Муравейник. Муравейник. Ну давайте, пробуйте. Я уже пробую. Так. Как ты, соска. Мармеладка, да? Соска, маленький малыш. А у Саши, смотри, какие аппетиты. Твердые. Саш, наслаждение? После пиццы, да, сладенькая, вкусняшка. Настя все-таки откусила. Настя, угощайся муравейником. Смотри, какой он вкусный. А я возьму вот эту мармеладку. Ух ты, Настя откусила. А там внутри, смотри. Класс. Сгущеночка, печеньки. Саша, наши капкейки, Настя, неудачные. Опять, я думаю, что победила. Обычная еда. Мармеладная еда. Нет, обычная. Я разрешаю взять салфетку и не глотать даже эту конфетку. Взять салфетку и не глотать конфетку. Да это не конфетка, это камень. Камень. Запивайте водичкой. Голосуем за обычную еду. Я, да, я за обычную. Мне очень понравилось. Так-так-так, дальше у нас рыбка. Саша, рыбка, цифра 1. У Насти четверочка. Так, где моя рыбка? Саш, вот ты покупал вот такую селедку с скумбрию. А к Насте плывут... Дельфины. 4 мармеладных дельфина. Разноцветные. Разноцветные. Покажи нам какой. Голубой. Голубой с бирюзой. С точками. Там есть розовый. Оранжевый и красный, да? Нет, или как... зеленый. А, зеленый четвертый? Зеленый. Шеф-повар. Сейчас я красиво расправлю. Давай, конечно, это главная вилка, да. Так. Саша, рыбу можно пробовать и рукой. Настя, смотри как. Саша, такая аппетитная селедочка. А у меня? У тебя очень красивые. Смотри. Такие мягкие. Настя украсила тарелку. Красота. Вот это. Дельфинарий. Вкусняшка. Вкусняшка рыбка? Угу. Очень Настя вкусно. Настя хвостик откусила. Жалко рыбку. Мне нравится вот это. Хорошо. Попробуй селедочку. Меняйтесь, ребята. Хорошо, попробуем. Салфетки есть? Угу. Салфетки есть. Сейчас попробую эту селедку. Давай. Я фиксик. Давай, фиксик, пробуй рыбку. Не то? Куда? Да. Мне нравится? Это не мое любимое. Это еда не для деток. Тебе не жалко? Мне жалко. Два дельфина без хвоста. Не такой твердый, как капкейк, Саш. Он мягкий очень. Прикольный, да? Мягенький. Я смотрю, ты жуешь так классно, легко. Так, ну что, будем голосовать, ребята. Давайте, время не стоит. Настя понятно. Рыбку. Саша. Тоже? Принимается. Косточка. Косточки. У меня 4 косточки. Четверочка. У нас всего лишь одна. Одна мармеладная косточка. Да. Вот, Настенька. Держи. Так, а вот я. Но купили мы, конечно же, больше. Смотрите. Да, мы с Сашей вышли вот таким образом из ситуации. Косточку не покупали, а купили мясо на кости. Я уже пробую. Пробуй. Мама нам приготовила. Саша, мясо убирай. По условиям челленджа у нас косточки. Маленькую. Вот моя косточка. Очень вкусная. Да? Угу. Попробуй мою косточку. У меня теперь 4. 4 штуки. Она мягкая. Мягкая. Саша еще мясо не глотнул. Настя уже ему желейку в рот. Не теряется. Она очень похожа на тех дельфинов. Вкус похожий, да, косточки? Угу. Как дельфин? Угу.
вкуснее. Ну как? Хитрая. И так, и так. И конфетки вкусные, хитрая. И мяско вкусное, да, Настя? Я знаю, потому что там мяско действительно вкусное, но она сейчас скажет за конфетки. Я 100% уверен. А ты попробуй косточку. Мы сейчас не за мяско голосуем, а за косточку. Подумай, косточка настоящая вкуснее или мармеладная? Я голосую за обычную, конечно же. Я так и думал. А Настя? Как ты угадал? Вот это вот. За мармелад? Да. Ладно, принимается. Кока-кола. Кока-кола. У меня 4. Саша, 4. Насти, 5. 5. Так. Вот таким образом мы вышли из ситуации, да? Ну, поштучно уже бутылочки не покупали. Ну, мармеладные. 5 пакетов. Да, 5 кока-колы жилены. Вот. Ого, ну вы молодцы, конечно, запарились. А теперь будем пить сладкое. Но кушать тоже будете, Настенька. Ну да, жалейте. Это мармеладная кока-кола. Саш, а мы, скажи, как мы покупали кока-колу? Мы купили 4 разных вкуса. Нет, да. 3 разных и 1 повторка. И 1, да, повторка, но бутылочка такая стеклянная, как на рисуночке. Угу. Хорошо. Девчонки уже открывают. Ого, там конфеты. Либо кока-кола. Можно я тоже возьму? Какой аромат, класс. Саша начал жиреньки тоже? Чувствуется очень кока-кола. Как на вкус, так и на запах, правда? Да. Видите? Прикольно, гора. Я тоже попробовал, мне нравится. У нас уже гора. Я 2 попробую. Саш, расскажи, мы тоже покупали разные. Да. Это кока-кола. Обычная. Обычная. Это лайт. Лайт. Это зеро. Зеро. Ноль суга. И еще одна зеро. Еще одна зеро. Какую откроешь? Давайте лайт. Давай. Настя уже пол бутылочки попробовала. Я попробую. Я вот эту маленькую. Маленькую? Давай открою. Спасибо. Саша пробует лайт. Настя без сахара. Саша, угощайся. Здесь можно, конечно, не спешить, потому что... И это вкусняшка, я знаю. Ой. Ну и колу все любят. Саша думает, Саша думает. Настя, что вкуснее? Напиток или желейка? Напиток. А Саша? Секунду. Я за напиток. Тоже напиток? Да. Остался у нас бургер. Бургер и бургер. У меня один. Саша один. А у нас два. Показывайте, что сейчас купили. Сейчас мы соберем 2 бургера. Смотри. А оп-па. Саша уже готовый купил. В Макдональдсе, да, Саша? Да, да. Там булочка, сыр. Угу. Такой. Короче, пробуем. Пробуем. Давайте. Саша, тарелочку. Делаем бургер. Да. Объеждение просто супер. Первый. Обожаю бургер. Помогай Насте слаживать бургер, Саша. Я сама попробуем. Так, один. И... Покажи Насте нам. Вот у меня сколки мои. Там есть колбаска, там есть сырок, зелень и булочки вверху и внизу, да? Да. Есть 2? Есть, можно пробовать. Один Саша, один Насти. Ну давайте пробуем. Один, раз, два, три. Три. Опа. Целиком бургер скушала Настя и Саша. Вкусно. Пробуй, Сашин. Укусила мышка. Аппетитный такой. Не это и это. А надо что-то определиться. Давно. Я думаю, что Саша уже определился. Конечно. Ну что, Настя? Настя, что больше понравилось? Все равно у нас обычная еда победила. Настя голосует 1-1. Да, я за обычную еду. Она не может. Ребята, понравился челлендж? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Саша Шоу. И напишите в комментариях, какая еда вам нравится больше всего. Обычная или мармеладная? Всем пока-пока! Пока-пока!